Друзья, у нас сегодня большой, монструозный, очень агрессивный автомобиль. Это Infiniti QX80. Это улица Российская, 263. Автосалон ProTuning Автотрейд. Давайте посмотрим, что же это за машина. Автомобиль у нас одет полностью в комплект ларты, в который входит два бампера, передний и задний. Можете как раз таки посмотреть, насколько массивно он выглядит, еще придает агрессии такой автомобилю. Состоит из множества элементов и очень хорошо подчеркивает внешний вид автомобиля. По самой машине, что мы имеем? Это максимальная комплектация, которая может быть. У нас стоят современные светодиодные фары, которые будут обеспечивать хорошее освещение в любых условиях. Также, если мы передвигаемся дальше, на автомобиле у нас стоят 22-е кованые колесные диски, которые очень хорошо дополняют внешний вид автомобиля, потому что, собственно, сама машина у нас в черном цвете с хромированными элементами, и диски у нас также имеют полированный кант по внешней части. За ними скрывается спортивная тормозная система. Это JBT, двухсоставной тормозной диск, который идет на плавающем соединении. Если вдруг диск перегревается, он не ведет за собой ступичную часть, тем самым у вас не будет бить руль на горячих тормозах. В качестве самих тормозов, тормозной системы, у нас выступает суппорта, спортивный также JBT, который имеет в себе 6 поршней, поэтому такой большой автомобиль в любой ситуации вы сможете остановить. По задней части также у нас стоят двухсоставные диски на плавающем соединении с 4 поршнями, то есть 100% любая ситуация, какая бы ни произошла на дороге, экстренная, вы едете на большой скорости, эти тормоза отлично справятся с данным автомобилем. Под капотом у нас стоит бензиновый V8, большой двигатель объемом 5,6 литров и мощностью 400 лошадиных сил. Такие честные атмосферные силы. Также, что хочется отметить из-под капотки, то что на комплекте обвеса Ларте пишется отдельно номер этого обвеса с табличкой, то есть такая фишка, которая присуща именно этому обвесу. На зеркалах заднего вида мы видим камеры 360 обзора кругового. Также на ручках дверей имеется бесключевой доступ, что очень удобно для того, чтобы выходить или выходить из машины. Не нужно лезть за ключом, доставать его, нажимать на кнопку. Просто нажали на кнопку на ручке, машина открылась. Также имеется поперечник на рейлинге, то есть вы можете доустановить багажник, куда прошлый владелец ездил с багажником. Несмотря на то, что машина большая, лишнее место никогда не помешает. Переходя к задней части, хочется сказать, что сам обвес и сзади тоже придает большую агрессивность. Эти двойные насадки, которые идут по бокам автомобиля, также сам задний бампер, который имеет в себе тоже очень необычную форму, очень много граней, это все придает ему интересный вид, который хочется рассматривать. Эту машину на дорогах очень многие замечают, потому что как раз таки она имеет сам по себе такой обвес. Здесь мы видим, как Ларте с трепетом относится к созданию своих обвесов, потому что очень много можно его рассматривать. У нас на задней части имеется маленький шильдик Ларте, также на крышку багажника клеится шильдик с названием этого обвеса, это Misuro S, и по передней части также на бампере имеются шильдики с логотипом Ларте. Также что мы видим по задней части? Камера заднего вида, которая спрятана в молдинг, ее здесь не видно даже, относится к обзору 360 для удобства парковки. В самом багажнике видим третий ряд. Для большого количества людей автомобиль позволяет, размеры большие, поэтому большая семья, большая компания сюда точно поместится. Помимо этого можно сложить третий ряд сидений, у вас получится огромный багажник, чтобы перевозить все, что вам необходимо. Если мы откроем подпол, мы не увидим запасного колеса. На самом деле оно спрятано снизу, то есть достаете снизу колесо запасное, а в подполе багажника имеется инструмент для того, чтобы заменить колесо, которое спустило или повредили вы на дороге.
Если посмотреть на стенки багажного отделения, то мы увидим слева у нас находится USB-розетка для того, чтобы заряжать всю необходимую вам технику, и большое количество крючков для того, чтобы вы могли закрепить весь груз, который вы перевозите с собой. Перемещаясь в салон, хочется отметить, что автомобиль по-настоящему американский, все сделано так, как любят это в Америке. Большие элементы, куда ни взглянь, очень много пространства над головой, я сижу здесь с максимальным комфортом. Сиденья у нас имеют память для двух пассажиров и обогрев с вентиляцией. Что очень важно, в плане безопасности этого автомобиля, прошлый владелец поставил сюда секретки вообще почти везде. У нас имеется секретка при запуске автомобиля на двигатель, чтобы никто его, собственно, не уехал на ней. Секретка на открытие капота, отдельный ключ стоит. И секретка на селектор КПП. То есть проворачиваете ключ, коробка блокируется, и вы никуда не сможете, собственно, уехать. Очень безопасная машина в этом плане, что будет большим плюсом. Материалы салона премиальные, здесь имеется практически везде кожа, вставки из дерева, добавляет такой роскоши автомобилю. В плане дизайна все сделано очень консервативно, в принципе, так как это любят делать японцы, очень такое вот у них все, не любят они перемены. На центральной консоли мы видим дисплей мультимедии, который управляется как с сенсора, так и с шайбы под ним. Во главе салона у нас стоят такие часы, которые добавляют статусности стилю этой машины. А в качестве акустической системы у нас выступает максимальная музыка, которая может быть в этом автомобиле, это Bose. Что хочется отметить, что относится к акустике Bose, это то, что в передних дверях в высокочастотных динамиках у нас стоит индикатор слепых зон, который сигнализирует, что сзади появился у вас автомобиль в слепой зоне. Очень необычно сделано, нигде, честно говоря, такого решения именно не видел, однозначно это очень хорошо. Задний ряд здесь безумно комфортный, имеется очень много места в ногах, я сейчас сижу сам за собой, то есть с комфортом можно ехать на дальние расстояния. Также спинки сидений откидываются почти в лежачее положение, можно спокойно даже поспать здесь без какого-либо дискомфорта. Имеются экраны в подголовниках переднего ряда сидений, чтобы можно было смотреть фильмы, сериалы и все, что вам необходимо. Также с этих подголовников можно подключить AUX, чтобы слушать музыку или сериалы, которые будете смотреть с наушников. И если мы взглянем на центральную консоль, мы увидим, что у нас имеются подогревы задних сидений второго ряда, регулировка климат-контроля, которая здесь трехзонная идет, зарядка USB 2.0 стандартная для левого, для правого пассажира. И внизу еще есть дополнительный прикуриватель для того, чтобы вы могли заряжать ваши гаджеты, HDMI разъем и еще один USB 2.0. Посадка на третий ряд здесь очень комфортная, сиденье откидывается так, что появляется большое количество пространства, чтобы пролезть сюда, чего нету в некоторых автомобилях, это тоже очень важно. Сам третий ряд у нас больше предназначен, скорее всего, для детей. Он имеется, не сильно много места там, чтобы сидеть, но также, если вы едете с большой семьей, спокойно дети здесь умещаются, у них есть свои подстаканники для напитков, и поэтому можно ехать в очень большой компании. В конце хочется отметить, что этот автомобиль все 42 тысячи километров своего пробега провел в защитной полиуретановой пленке, поэтому лакокрашенное покрытие осталось в идеале. И на будущее он так защищен от сколов, от царапин, от мелких ДТП, поэтому об этом вам не стоит переживать. Если вы хотите посмотреть этот Infiniti QX80 2018 года выпуска, то приезжайте к нам в автосалон на улице Российская 263, либо заходите в наши соцсети Авто.ру и Авито.ру.